Дорогие мои друзья, сегодня я вам расскажу, как постирать белую блузку. Во-первых, выворачиваем ее наизнанку и застегиваем на все пуговицы, замочки, крючочки, все, что есть. Во-вторых, используем средство только для стирки белых вещей. Никакого другого средства, лучше гель. Ну, если есть порошок, то, в принципе, можно и порошок. Но лучше, если у вас есть выбор, то покупайте гель для стирки. Кладем ее в стиральную машину. Ставим машину на 30 градусов. Ну, это вы смотрите на этикетке. У меня вот 30 градусов стирается. Семерка у меня, машина Индезит. Семерка — это означает деликатная стирка. И я, видите, поставила без отжима. То есть я вот постирала ее. Ну, как только машинка выключится, нажимаете здесь вот пуск. Вот, вот здесь вот включается машинка. И все. Как только я ее постирала, она выключилась, начинает мигать. Я вытаскиваю и вешаю над ванной, чтобы она стекла. Затем можно вынести на балкон. Балкон у нас застеклен, но она должна обязательно стечь. Вот. И потом ее я отпаривателем глажу. И все. Вот видите, она наизнанке. И потом я ее просто лишь поглажу. Но никакую сушку, никакой отжим я не использую, иначе это будет все. Вот я при обычной деликатной стирке, и то вот есть места, потому что блузка, смотрите, у меня что здесь, 70% катон, 27% нейлон и 3% эластан, турецкая. Точно так же можно стирать любые белые вещи. То есть, ну, у меня вот она одна, больше никаких вещей мне не нужно было стирать, поэтому я ее одну запустила. А так можно еще несколько вещей. У нас машинка до 5 килограмм влажного белья. То есть порошок или гель для стирки или любое средство с отбеливателем берете. Ну и все. Практически никаких особых секретов нет. То есть не отжимаем, не сушим в сушилке. У меня ее нет в сушилке, у меня только вот стиральная машинка. Ну, в принципе, я вам все рассказала. Так что, мои друзья, всего вам доброго, до свидания. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите какие-то ваши советы. Я их, конечно, тоже рассмотрю. И встретимся на моем канале. У меня видео выходит каждый день. В день по нескольку раз даже бывает. Так что заходите на мой канал. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять мои видео. И меня не потерять из виду.